Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли и в школах 162, 109 и 124. С началом нового учебного года ребят поздравили депутаты городской думы. О том, как это было, расскажет Ксения Баканова. Белые банты, море цветов, приятное волнение учеников и их родителей. Двери самарских школ вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. Поздравить ребят приехали депутаты городской думы. Конечно, хочется всем ребятам пожелать усидчивости, внимательности, потому что мы все знаем, что быть успешным человеком надо хорошее образование получить, трудиться. Конечно, очень всем пожелаю встроить свою жизнь, творчество, спорт. По словам парламентариев, хлопоты, связанные с подготовкой к учебе, они не забыли. Ведь сегодня некоторые из них тоже проводили в школу своих детей и внуков. Радуюсь за своих внуков, конечно, радуюсь за всех детишек по всей стране. Замечательно сегодня. И главное, замечательное солнышко, хороший день. Поэтому я думаю и уверен в том, что весь учебный год будет хорошим. Наше сегодняшнее поколение – это новаторы. И мы должны их поддерживать во всех трех начинаниях и идеях. Тогда все будет хорошо. А выпускникам хочется пожелать сделать правильный выбор, определиться в своем направлении. Для школьников выступили юноармейские отряды и творческие коллективы. А после концертной программы для учеников прозвучал звонок. Их первый в новом учебном году. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.